Несмотря на разные трудности, вызванные пандемией коронавируса, в Даугавпилсской региональной больнице продолжается осуществление ряда проектов, направленных на улучшение качества медицинских услуг. Крупнейшим из них станет строительство бункера-пристройки к существующему блоку лучевой терапии и приобретение нового дорогостоящего аппарата для лечения онкобольных. В настоящий момент на территории ДРБ уже более 10 лет действует отдельный блок лучевой терапии, позволяющий заниматься противораковым облучением и вести лечение как до, так и после операций. В Латвии насчитывается всего 4 места, где могут проводить подобные манипуляции. 2 в Риге и по одному в Лепе и Даугавпилсе. Каждый такой блок имеет огромное значение для всей медицинской отрасли в стране. В Даугавпилс на лучевую терапию едут даже из других регионов. Однако действующему аппарату широкофокусного применения уже 11 лет, и с ним периодически случаются поломки. Учитывая актуальную ситуацию с COVID-19, ремонтные запчасти могут доставляться до Даугавпилса долгие месяцы, что является неприемлемым промедлением, ведь прерывание терапии может вызвать рецидивы и ухудшение здоровья раковых пациентов. Поэтому новый проект нацелен на создание 2 потоков пациентов. А в случае, если одному из устройств потребуется ремонт, услуга лучевой терапии не будет прервана. Вместе с покупкой нового аппарата запланировано и создание специальной пристройки, общая площадь которой составит почти 300 квадратных метров. Суммарные затраты на эти цели составят 4,8 миллионов евро, большую часть которых покроет европейское софинансирование. Наряду с этим в Центре легочных заболеваний и туберкулеза было переоборудовано отделение паллиативного ухода и создано место интенсивной терапии для больных коронавирусом. Оно начало действовать еще в конце прошлого года, но для этого было необходимо перенаправлять технику из других отделений больницы. Теперь, благодаря получению средств из госпрограммы «Средства на непредвиденные расходы», была приобретена отдельная аппаратура, что позволяет не перегружать другие отделы больницы. В среднем в последние недели число пациентов ДРБ с COVID-19 остается стабильным – около 70-85 человек, 10% из них болеют в тяжелой форме. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилской городской думы.